Later on, I'ma take that out of man, let them let you die. Great for what it is. Follow me to the club, I hope you to the club. You can be your friend. Да. Как правильно сказал сейчас мой коллега Ёжиков Андрей, продолжаем разговор. А у нас продолжается футбол. И сейчас на площадке в оранжево-черной форме команда МОЭСК, в форме синего и белого цветов команда АИЖК. Мы видели уже на площадке сегодня и тех, и других. К слову, обе команды оставили от себя очень приятное впечатление. АИЖК только что удалось добиться победы, правда, не без проблем. В матче против своих предыдущих соперников команды Тинькофф Кредитные Системы у МОЭСКа был также поединок. И я думаю, Андрей, ты ведь наверняка помнишь этот матч. Скажешь пару слов о нем и о команде? 0-0 с нулевая ничья, которая состоялась. Ну что я могу сказать про игру МОЭСКа? Они играли с Астеком. Команда, которая сегодня в трех играх набрала одно очко. Именно в встрече с МОЭСКом набрала его заслуженно, сыграв строго, дисциплинированно, не позволила сопернику создать много моментов у своих ворот, создавала напряжение в центре поля. И справиться с этим в первой игре игроки МОЭСКа не смогли. Но надо делать скидку, что это была первая игра. Нужно откровенно сказать, что у МОЭСКа есть ребята, которые в состоянии взять инициативу впереди на себя, один в один обыграть и хорошо пробить поворотом. Поэтому все шансы для того, чтобы открыть лицевой счет по забитым мячам и по набранным очкам в виде побед, у них есть. АИЖК только что играла, продемонстрировала опять же грамотную игру. О, какой удар! Да! Вратарь сейчас вступил в игру, выручил свою команду чуть ли не из своей штрафной площадки. По-моему, Шадрин перебрасывал мяч через голкипера, едва это не принесло успех. Так вот, АИЖК предстал командой, помимо того, что здесь ярко выраженный лидер, предстал организованной командой, которая избрала тоже правильную тактику на предыдущую встречу с Тиньковым. Забил гол в начале и в конце. И получил победу. Вот сейчас, может быть, выход к воротам. Нет. Вратарь вовремя покинул ворота и выбил мяч. Думаю, делаю прогнозы на сегодняшнюю игру. Думаю, что МОЭСК будет атаковать, а ижиковцы защищаться и искать возможности в редких контрвыпадах или стандартах. Вот сейчас футболисты в оранжевых футболках пытаются прессинговать на половине поля соперника, но это сделать не удалось. И сейчас второй вал на ворота АИЖК на этой минуте также отбит. Шадрин возвращает мяч в защитную линию. А вот сейчас неудачный вынос мяча. Хорошо, защитник успел броситься под эту передачу корпусом в стиле Александра Матросова. Накрыл пас, вот вратарь не успел завладеть мячом. Ну что же, мы видим, что за 3 минуты игроки МОЭСК уже создали пару, ну если не 100%, то опасных моментов у ворот соперника. Предпосылки для забитого мяча у них есть. Но футболисты в синей форме гнут свою линию. Не спеша перемещаются на поле. Ждут возможности либо перехватить мяч и провести быструю атаку. Либо то, что они умеют делать, это разыгрывать стандартное положение. Вот сейчас была очередная попытка перехвата. Ну а мы, так понимаю, возвращаемся к составам соперников. Ну, состав у нас будет буквально через несколько мгновений.
мгновений. Сейчас все-таки хочется еще немножечко поговорить об игре. Действительно, насчет характера, насчет стиля, мне кажется, действительно, ЖК будет играть от обороны. Это привычная для них ситуация. Маэск раскрывается в этом матче. Выглядит, конечно, поинтереснее по сравнению с Астеком. Тем более, что, на мой взгляд, ЖК команда посильнее Астека. Потому что она более сбалансированная, она намного четче играет в обороне, и при этом действительно удается Маэску создавать вот эти самые опасные моменты, которые уже несколько раз чуть было не привели к забитому мячу. Издалека удары, здесь даже не удары, такая хорошая передача оказалась. Шадрин вот здесь в обороне не додумал. Немножечко, наверное, расслабился он. Ну вот здесь тоже потеря обидная. Да, конечно, брак будет. От этого никуда не денешься. И вот моментище! Классная передача. Вот с одной стороны можно говорить, что лишнее, поскольку уже улучшать было некуда. А с другой, все-таки совсем немного не хватило до забитого мяча. Поэтому, ну, отчасти не повезло. Наверняка играет Маэск. Иногда нужно действительно принимать волевое решение, играть на вынос мяча, когда уже понимаешь, что не успеешь ты к нему соизмерять свои силы. Это всегда очень правильно. Шадрина тоже сейчас чуть было не обрезали. Но все-таки может сыграть роль то, что у нас команда. Вот здесь гол забивает Маэск. Что становится 1-0 в их пользу. И я продолжу мысль. У АИЖК на этот матч может немножечко не хватить. Но если не сил, то по крайней мере свежести. АИЖК играет в контратаках. И здесь быстрота действий, легкость в обводке, потому что в контратаке, как правило, нужно хотя бы одного человечка-то обвести с этой обводки, и начинаются такие атаки. Так вот, данной свежести, конечно, может и не хватить. Посмотрим, посмотрим. У Маэска был перерыв нормальный между играми, они должны были восстановиться, тем более ребята все достаточно молодые. А ЖК не возрастная команда, но здесь в этом смысле у них равенство. Тем более у Маэска 4, я так понимаю, игрока сидят на замене. Может быть, даже 5. Ну вот, игрок еще один, находящийся на скамейке. Его тяжело идентифицировать. Принадлежность его к игроковому или тренерскому штабу. Ну, или, может быть, просто он является такой необычной группой поддержки. Маэск с мячом тем временем у нас, кстати, осталось до свистка на перерыв 7 минут. Ну, да-да, 3 минуты, 3 минуты. 7, конечно, сыграно было. В общем, времени остается совсем немного. И хотелось бы еще под занавес увидеть гол в одни или другие ворота. В чьи он залетит, сказать тяжело, потому что каких-то особых предпосылок, если честно, ни у тех, ни у других нет. Тяжело сказать, кто интереснее. У АИЖК просто не было особо моментов таких серьезных для контратак. И пока самым опасным моментом является вот тот дальний выстрел, когда вратарь Маэска, возвращаясь в собственные ворота, уже в прыжке, в таком практически в падении, выносил мяч с линии. Ну, опаснее вспомнить действительно тяжело. Очень мало моментов пока появляется у Шадрина. Вот, кстати, все, практически все атаки у Маэска проходят по центру. Для меня, честно говоря, это не до конца понятно. Может быть, имеет смысл Крылову или Шадрину встать на центр обороны, раз уж так оно пошло. Потому что дальше будет только хуже. И главное, тяжелее все будет голкиперу отражать вот эти удары. Вот сейчас. Но сейчас не получится уже обыграть в один в один. А, получилось обыграть один в один. Любопытно. Очень просто. Остановился игрок. Хотя обычно, наоборот, набирает скорость. Такое незамысловатое движение. И все. Получился прорыв. Может быть, да. Нужно поделать АИЖК перестановочки на поле. Не хватает сил. Вот Крылов, один из основных игроков, ушел сейчас на скамейку. И вот как раз по его позиции открылся игрок. Потому что находился-то Крылов, он фланговый игрок. И вот сейчас с левого фланга чуть не пришло АИЖК такое несчастье и неожиданность. Ну, смотрим. У нас заканчивается первая десятиминутка. Андрей, кто, по-твоему, интереснее?
Ну, я вначале скажу, что вот относительно, так сказать, там едва не случилось несчастье. Мне кажется, корень несчастья у АЖК в этой игре не в том, что отодвинуть там Шадрин назад или укрепить центр. Очень большое количество браков в передачах в центре поля. В результате Маэск получает возможность переходить в быстрые контратаки. 2-2, в 3-2 и так далее. И в результате за счет этого имеет преимущество. Сейчас еще один момент. Ну, вратарь много раз уже выручил команду. То есть здесь вопрос не к тактической расстановке команды, а к тому, чтобы избавиться вот от этих совершенно ненужных ошибок. У школы, у АИЖК максимум в обороне 3 человека, а двое не отходят на свою половину поля. Может быть, есть смысл все-таки использовать вот эти забросы вперед, то, к чему маэсковцы могут оказаться не готовы. Вот вообще момент, вратарь неожиданно не сумел обработать мяч. И в результате возникла острая ситуация у ворот Маэска. Ну вот закончилась первая половина встречи, 1-0. Ну, Маэск создал 3-4 голевых момента как минимум. В результате можно констатировать факт, что на гол они наработали счет по игре. И во второй половине матча ижиковцам нужно, так сказать, что-то предпринять для того, чтобы сравнять счет. Как я уже сказал, может быть, перейти на вот эти длинные забросы. Шадрин отличается хорошей первой передачей. Ребята впереди у них габаритные, могут побороться за мяч. И я думаю, что вот это может ижиковцам принести успех. Потому что попытка пройти центр поля вот этими короткими передачами или тем паче лезть в обводку, она успеха не приносит. У ребят нет ни скорости, ни, как ты верно сказал, свежести. Ну, а у Маэска игра получается. Так сказать, в любом случае проходят атаки, проходят контрвыпады. Здесь, может быть, единственное, на первых минутах тайма построже сыграть в защитной линии. Все-таки так возникали тревожные звоночки, когда игрокам АИЖК удавалось подобраться близко к 6-метровой линии. Но вот сейчас уже началась вторая половина встречи. Я просто смотрю на табло, там не запустили обратный отсчет времени. Значит, будем ориентироваться на судейский секундомер. Ну, или примерно так прикидывать, сколько осталось. Итак, внимание на поле. Футболисты в оранжевых футболках разыграли аут. Ну, это ошибка при розыгрыше. Ввод мяча игроком, находящимся в пределах площадки. И теперь АИЖК начинает свою атаку. Отбор в центре поля коллективный. Два игрока в оранжевых футболках отобрали мяч. Вот удар издали в сторону ворот. Но он цели не достиг. И вот сейчас уже пошел такой небольшой прессинг. Ну, а в целом, как говорит, игра на множество микроэпизодов разбита. И есть возможность вернуться к составам команд. Ну, давайте вспомним, кто у нас сегодня находится на площадке. Тем более с Маэском у нас продолжается знакомство. Итак, у них играют голкипер номер первый Антон Андрющенко. Вот сейчас очень опасный был момент, и он продолжается, к слову. Запутались игроки Маэска. Никто не понимал, кто должен наносить удар по воротам, а кто уходить оттуда. Итак, все-таки о составах придется нам поговорить. Уж есть такое правило, а сейчас, я даже не понял, то ли срезка, то ли задуман был такой удар в надежде на рикошет. В общем, счет у нас становится 2-0. Вот. Пользу Маэска. И, конечно, это очень тревожный звонок для команды АИЖК. Итак, поскольку с центра поля, будем все-таки мы говорить о том, кто у нас присутствует. Итак, номер первый у команды Маэск. Голкипер Антон
Андрющенко. Номер 10 Никита Круглов. Номер 12 Сергей Родин. 3 Дмитрий Новиков. 4 Александр Королев. 28 Иван Рыбин. 11 Сергей Копин. 5 Иван Сизов. 2 Рамиль Яхудин. 8 Константин Лозинский. Номер 6 Амир Хамзин. Теперь о составе АИЖК. Ну, там Шадрин, конечно, надеялся на пенальти, но им там близко даже и не пахло. Итак, играют у АИЖК 4-й Алексей Сурков, 10-й Алексей Можаев, 3-й Александр Шадрин, 99-й Евгений Крылов, 2-й Виктор Тищенко, голкипер Игорь Быков и номер 5-й Дмитрий Козлов. Ну что ж, у нас увеличивается темп, и несколько раз я повторял имя первого игрока в заявке, потому что не давали мне никак озвучить ее целиком. Нам смотреть от этого футбол только интереснее. Два мяча, таково отставание АИЖК. Остается-то до финального свистка меньше 6,5 минут. Да, там действительно был момент, когда не отображался секундомер на табло, но все было устранено, и время подогнано в соответствии с судейским секундомером. Поэтому на табло мы можем со всей серьезностью и ответственностью равняться. Вот 6 минут теперь. Остается Моеск. Стал действовать побыстрее, поинтереснее. Ну, все-таки, да, наверное, ошибки АИЖК привели к тому, что все-таки гол залетел после опасного момента. Строго по свистку надо мяч вводить. Отсчитано сейчас пространство свободное от игроков АИЖК. И вот снова Моеск. Дальний удар. Здесь то ли угловой, то ли аут. Там угол трибун немножечко загораживает нам обзор с нашей комментаторской позиции. Но ускользает совсем немного. Да и на самом деле при такой плот... Вот сейчас ошибся голкипер на какой-то момент, упустив угол ворота игроков. Но там целое столпотворение возникло в штрафной площадке. У АИЖК в этой игре не получается действовать так непринужденно, как в прошлой. До Шадрина мяч практически не доходит. Там было в начале матча его робановское смещение с фланга на середину, но тогда не получилось забить. В общем, пока все складывается для Маэска достаточно удачно, особенно с учетом того, что это вторая игра в наших соревнованиях. Дебют прошел, и теперь мы видим тот спортивный коллектив, который ко всему готов и будет играть на набор 3 очков. Угловой. Для АИЖК сейчас наступает момент, и все-таки нужно забивать гол, если действительно АИЖК хочет чего-то добиться. Крылов там здорово подключался. Сработала наконец-таки связка Крылова и Шадрина. Теперь поменялись они. Шадрин будет искать место свободное. Кстати, Маэск сейчас достаточно плотно разобрал всех игроков. Грамотно смотрят они, куда кто смещается. И вот как результат, такая потеря. А здесь толкучка. Ну, да, пока у АИЖК возникают проблемы. При этом игра равна. Равна. В какую сторону она будет двигаться дальше, пока не знает никто. Ну, вот вроде бы АИЖК переместился на чужую половину поля. Но коэффициент полезного действия пока отрицательный. Смотрим. Сразу удар поворотом. Ну вот в надежде на такой же фарт, который был у команды Маэск. Тогда в результате рикошета мяч после углового влетел в ворота. Ну, есть такие хитрые моменты. Крылов с Шадриным играют. Вот здесь должно что-то получиться. Здорово, Крылов пропускал, но второй номер уже далековато убежал, уже вплотную фактически к воротам. Вдвоем вышли на пустые ворота, и здесь такая ошибка. Да, иногда незабитые мячи вызывают больше эмоций, чем забитые. Но вот в частности сейчас нам Шадрин, по-моему, показывал голкиперу, что был открыт, и голкипер должен был на него вбрасывать. Не получилось. Втроем против двух защитников. Со второй попытки нужно решать такой момент. Ну, надо сказать обязательно комплимент в адрес вратаря АИЖК. Потому что второй матч, и он смотрится на своей позиции очень здорово. Очень здорово, ярко. Ну, вот сейчас чуть было не перехвалили мы его. Но даже если и сейчас он пропустит, все равно ничего страшного не произойдет. Ошибки у Маэска. Много брака в этой игре. Андрей, как думаешь, почему столько
ненужных потерь. Ну, я думаю, что у Маэско просто сейчас преобладают эмоции. Команда повела в счете. Второй гол забили, в общем-то, благодаря какой-то удаче. Очень Шерный хорошо прошел к воротам. Да, защитник вовремя сейчас прервал прострел, иначе бы лидер ЖК мог сейчас сократить разрыв в счете. Вот, а что касается ЖК, ну как тут в начале оно пошло, этот брак, он так до конца и не покидает команду. Вот сейчас хорошая атака проходила у Маэско, но успели защитники вернуться. И вот 3-2. Там поддержка есть. Передача. Выход к воротам. Вратарь отбивает. Еще один пас. Вот удар. Гол. Ну, все-таки забили. Забили игроки Маэско третий мяч. Ну, а что им? ЖК просто оставалось раскрываться, пытаться в оставшееся время забить гол. Тут нужно было спасать игру. Так что, ну, счет 3-0, может быть, честно говоря, не отражает такого соотношения на поле, но если брать в сумме, то победу в этой встрече маэсковцы заслужили. Они воспользовались тем, что им предоставил их соперник. Сейчас угловой, подача. Вот сейчас едва второй раз на рикошете мяч не влетел в ворота. А у нас уже секундомер пошел последний круг. АЖК в атаке. Вошли в штрафную. Удар! Да, но вот сейчас... Но сейчас действительно, скажем так, удача оказалась на стороне Маэско. Мяч попал в штангу, затем долго так катился вдоль линии ворот, но в результате в сетку так и не попал. Ну а сейчас уже последние секунды встречи, последняя атака айжековцев. Ввели мяч, удар, хорошо как переправлял. Мяч таким черпаком мог забросить мяч в ворота игрок команды Маэск. Ну, последние секунды встречи. Удар издали и сирена. Ну что ли, 3-0. Как говорится, Маэск выходит на рубеж 4 очка из 6. Неплохой старт в турнире. Да, ну что ж, будем смотреть дальше. Дорогие друзья, впереди еще матчей немало.